Многие не понимают, на что ты способен, как ты мыслишь и что можешь сделать. Плевать, что они думают, против они или за. В твоей голове должны быть правильные мысли, правильное видение и вера. Даже если они не верят и против тебя, ты должен понимать, как бы ни было больно, как бы ни было страшно, нужно действовать здесь и сейчас. Другого момента больше не будет.